Бернард заинтересовал ряд английских брендов. Бразилец может покинуть «Шахтер» в конце нынешнего сезона. Бразильский журналист Пауло Винисиус Каилья посредством своего Nahal Sport заявил, что Бернард привлек внимание английских клубов. По его словам, это Челси, Ливерпуль и Арсенал. Предполагается, что стоимость трансфера может составить 13 миллионов евро. Относительно низкий ценник обусловлен тем, что контракт полузащитника с «Шахтером» действует до конца нынешнего сезона. Среди претендентов также числится и Палмейрас, однако сам футболист не планирует пока возвращаться на родину. Отметим, что накануне английские СМИ сообщали об интересе Манчестер Юнайтед к другому хавбеку горняков, Фреду. По материалам сайта news.com.